Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия – сложение трехзначных чисел с переходом через десяток. Но для начала попрактикуйте с вашим ребенком складывать трехзначные числа, где не происходит переход через десяток, чтобы напомнить вашему ребенку, что при записи в столбик мы единицы записываем строго под единицами, десятки под десятками, а сотни под сотнями. Итак, к 327 прибавляем 652. К 7 единицам прибавляем 2 единицы, получается 9 единиц. К 2 десяткам прибавляем 5 десятков, получается 7 десятков. К 3 сотням прибавляем 6 сотен, получается 9 сотен. Результат записывается строго под чертой. В результате мы получили число 979. Переходим к рассмотрению примеров, где прослеживается переход через десяток. Итак, к 327 прибавляем 976. Если к 7 прибавить 6, получится число 13. В школах западноевропейского образца рекомендовано детям записывать данный результат следующим образом. 3 мы записываем в линии единиц под чертой под единицами. А 1 десяток мы записываем в линии десятков над десятками. Теперь мы можем сложить 1 десяток и 2 десятка, это 3 десятка. К 3 десяткам прибавляем 7 десятков, это будет 10 десятков. И точно так же производим процедуру записи. К 1 проще прибавить 9 и получается 10 сотен. И теперь прибавляет, остается 3 сотни. Получается 13. В результате получилось число 1303. Если вам понравилась эта идея, присылайте ваши комментарии, ставьте лайки. До свидания.